великий падишах. Говори. Она бежит сюда, вся в слезах. Ее кто-нибудь обидел? К ней никто пальцем не прикоснулся. Ее преследуют? Нет, они остались в лодке. Прикажете схватить? Нет, не трогайте их. А этого? Новообращенного мусульманина. Да, я его имел в виду. Он другое дело. Он дважды предал. Его нужно убить, чтобы не согрешил еще раз. Слушаю и повинуюсь. Иди. Что с тобой, любимая? Просто очень испугалась. Кто тебя испугал? Никто не испугал. Тогда почему ты плачешь? Просто я очень боюсь. Чего боишься? Я боюсь потерять тебя. Этого найденыша с черного шляха. Разве не сам падишах выбирает, с кем ему быть? А мы должны терпеливо ждать своего часа. Чепуху говоришь? Что происходит в гареме, просто неслыханно. С тех пор, как падишах увидел эту жалкую рабыню, он ни на одну одалиску даже не взглянул. Вот как... Да, Лейла, в самом деле. Но что мы можем сделать? Что можно сделать, когда даже жены месяцами не видят падишаха? А если он провозгласит Роксолану своей женой? Нужно сделать так, чтобы этого не случилось. Но как, Лейла? Не думаешь же ты, что Сулейман Великий будет советоваться с тобой или со мною? Кого ему взять в жены? Нет, вряд ли. Самое страшное то, что Роксолана очаровала нашего повелителя вот этим всегда хорошим настроением и сладенькой улыбкой на устах. Да, правду говоришь, улыбка у него ослепительная. Надо стереть эту вечную улыбку. Посмотри, как быстро стемнело. Гроза приближается. Да. Как красиво. Ваше Величество, простите своего презренного раба, который нарушил ваше уединение. Говори, говори, Мугайдин. Я всегда рад тебя видеть. Капитан предупреждает, будет буря. Он боится. Неужели мои моряки пугливые, как дети? Ваше Величество, он беспокоится не о себе, а о надежде Османской империи.
и опоре ислама. Передай ему, что Аллах, в руках которого жизнь и смерть, не допустит, чтобы случилась беда, пока не сбудется все, что мне предначертано. Как прикажете, Ваше Величество. И поэтому с этим кораблем ничего не случится, пока я здесь. Пусть не беспокоится обо мне. Я себе так же. Как прикажете, Ваше Величество. Может, ты боишься смерти? Если боишься, можем сойти на берег и переждать бурю на Афоне. Ну что ты? Разве я могу бояться, когда ты со мной? Убрать паруса на фок-мачте! Живее, живее! Руль держать по ветру! Тебе лучше спрятаться в каюте, родная моя! Нет! Здесь хорошо! Мне кажется, что я свободна. Здесь я забываю, что я бестолик. Я забываю, что я рабыня. Я буду счастлив, если ты навсегда забудешь об этом. Но я беспокоюсь за тебя. Нет, не беспокойся. Я сейчас так счастлива. Мне так хорошо, что мне хочется умереть. Ты хочешь умереть? Но почему? Потому что я знаю, когда это все закончится, я снова стану рабыней. Клянусь, Аллах, я сделаю все, чтобы ты никогда не чувствовала себя рабыней. Все это так странно. Я даже не знаю, что сказать. Они уверяют, что видели ее. Очень я хотела бы исповедоваться. Потом. Как подумаю, как-то моя Настенька. Успокойся. Успокойся. Я сам с ними поговорю. Господи. Скажи мне, где они? Они во дворе. Вот они. Хотели меня видеть. Я отец Иоанн. Почему вы уверены, что это действительно наша Настенька? Ведь
Нет счета девушкам, вывезенным из нашей несчастной земли. И среди них сотни, тысячи кореглазых, золотокосых и нареченных Настями. Вы правы. Но скажите, была ли у вашей племянницы родинка величиной с монету? Вот здесь, чуть выше правой груди. Откуда мне знать об этом? Как вы можете? Бедное мое дитя. Откуда вы знаете о таких вещах? Откуда? Боже, что такое, Иосиф? Почему они на меня нападают? Они просто не представляют, Исаак, как продают рабов на невольничьих рынках. Боже! Вы хотите сказать, что... Именно. Почти голых. Покупатель Боже. Должен видеть товар. Замолчите! Замолчите! Боже, за что ты караешь мое дитя? Это я виновата, что не сдержала обет. Боже. Это моя вина. Это моя самая большая вина. Пани Лисовская, вы наконец скажете, была родинка или нет? Была. Была. О! Значит, это она. Иначе было бы много совпадений. А вам для чего это? Ведь довести мою невестку до Стамбула не так просто. Опасно. Да и денег нужно немало. Это другое дело. То вы не сомневались, мы довезем госпожу Лисовскую целой и невредимой. Но за это мы попросим о небольшой услуге. Какой? Маленький, да. Очень маленький. Вот такой. Вот. Какой? Разрешение на торговлю в Османской империи. И охранную грамоту, чтобы нас не трогали на дороге. Но кто может гарантировать, что Сулейман вам даст охранную грамоту? Роксолана Хурем. Наилучший гарант. Да. Кто такая? Роксолана Хурем. Роксолана Хурем? Это ваша Настенька. Угу. При чем здесь Настенька? Нет, я от него с ума сойду. Расскажи ему ты. А при том, что Роксолане Хурем султан Сулейман не может отказать ни в чем. Разрешено ли будет покорному слуге нарушить покой ее величества? Заходи. Слушаю, ваше величество. Заходи, Ибрагим Паша. Мне приятно видеть тебя. Приветствую великую Валиде. Что привело тебя ко мне? Я вижу, ты чем-то встревожил. Дело в том, ваше величество. Садись. Премного благодарен. Падишах Сулейман, ваш сын, ни в чем не отказывает Роксолане Хурем. Вот что меня тревожит сейчас, великая Валиде. Напрасно великий визирь придает такое значение мелочам. Мелочам? Мелочам? Вы считаете мелочью то, что Османской империей правит рабыня? Не преувеличивай, Ибрагим Паша. Настоящий мужчина, а мой сын настоящий мужчина, должен удовлетворять причуды любимой женщины. Так было испокон веков, и так будет. Я согласен, тысячу раз согласен. И Аллах тому свидетель. Но речь идет не просто о мужчине, а о падишахе, властелине трех частей света. Пусть даже всего мира. От этого он не перестанет быть мужчиной. И перестань размахивать руками. Извините. Меня это раздражает.
лечение моего сына пройдет, как проходят все увлечения. Все станет на свои места, я тебя уверяю. Я оставляю вас успокоенным, успокоенной вашей мудростью. Оставляю в надежде на вас. Надейся на Аллаха. Надеюсь на Аллаха и вашу мудрость. Да хранит Аллах нашего султана, повелителя правоверных. Пришли мне Лейлу. Сейчас мы проверим, действительно ли великий падишах не может ни в чем отказать Роксолане. Неужели же тебе никто во дворце не сказал, для чего султану нужен Абдулак? Разве ты не знаешь, что во дворце османов вообще ничего не объясняют? Он так испугался, что даже если что-то и говорили, он ничего не услышит. Воля султана священна, вы понимаете, священна! Священно, священно, никто не отрицает. Но все же вспомни, что тебе сказали во дворце? Ничего, ничего. Клянусь Аллахом. Я сказал, что знаю, где находится учитель Абдулак. Тогда мне дали письмо для кади в Кафе. И сказали, чтобы я передал веление султана учителю Абдулагу. Это все. А оставьте его в покое. И так понятно, из-за чего сыр-бор. Говорил, я знал, что эта девчонка не принесет нам счастья. Подождите, она еще накличет беду. Перестань ныть. Скажи, Абдулак, не рассказывал ли ты невольницам что-нибудь такое особенное? Послушай, может, ты чем-то обидел Роксолану? Аллах свидетель. Я учил их только святому письму. А к этому белокурому цветку с Украины я относился доброжелательно, ибо видел ее проницательный ум, покорность и внимание. Все это суета, и не стоит об этом думать. Да свершится воля Аллаха, и волос с головы не упадет без воли его. Хранит вас Аллах. Слава Аллаху! Отдать швартовые, убрать трап. Доминиции. Говорят, русины. Это русины? А черт их знает. Я никогда не видел русинов. Русинов я тоже не видел, зато евреев насмотрелся. Позвольте вас побеспокоить, ваше пресвященство. Не найдется ли у вашего преосвященства немного времени для решения очень важного вопроса? А в чем, собственно, дело? Ваше преосвященство, там солдаты привели каких-то русинов. Их задержали возле границы. А при чем здесь я?
Сеньор Ричи просил уведомить вас о них. Хорошо. Приведите их сюда. Слушаюсь, ваше преосвященство. Сейчас монсеньор выйдет. Подождите его здесь. Здравствуйте. Оставьте нас. Что привело вас в Италию? Отвечайте, только говорите правду, какой бы она ни была. Если собираетесь врать, лучше молчите. За обман наказание будет безжалостным. Ваше Преосвященство, мы везем эту женщину в Стамбул. Куда? Царьград, Ваше Преосвященство. А что ей, христианке, нужно в этом Содоме? Дело в том, что ее дочь выходит замуж. Да. За мусульманина? Нечего сказать. Достойная дочь. Это не ее вина. Ее похитили и отдали в рабство. Она не по своей воле. Кто же этот мусульманин, который женится на рабыне? Падишах. Кто? Падишах Османской империи. Сулейман Первый. Я предупреждал, за обман вас ждет жестокое наказание. Мы говорим чистую правду, ваше Преосвященство. Замолчите! Поклянитесь на этом кресте. Он один для всех христиан. Говорите правду. Я не знаю. Они мне сказали, что ее тоже зовут Настя, как мою дочь. Да. И что она тоже из Рогатина. Я и поехала с ними. А правда это или нет? Я не знаю. Святая правда, святая. Уведите их. Пусть ко мне немедленно зайдет Ричи. Да, спасибо. Слушаю вас, ваше Преосвященство. Вы видели этих троих? Да, ваше Преосвященство, и видел, и слышал. Вы знаете, кто эта женщина? Мать Роксоланы или Настя Лисовская? Именно так они утверждают. Это вполне вероятно, ваше Преосвященство. Вы так думаете? Во-первых, Роксолана Русинка, она, как и эта женщина, из города Рогатина. Она мне сама об этом говорила. А во-вторых, они очень похожи. Прежде всего, глаза, которые не перепутаешь с любыми другими. Да-да, мне говорили, что вы знаток женских глаз. Но я не подозревал, что настолько. Одного взгляда вам хватило, чтобы утверждать, что невеста Сулеймана... Дочь этой несчастной женщины.
Разрешите напомнить, ваше преосвященство, я очень длительное время общался с этой девушкой, я ничего не утверждаю. Просто это очень похоже на правду. И было бы неосмотрительно не воспользоваться возможностью познакомиться с матерью будущей жены падишаха. Впрочем, как будет угодно вашему преосвященству. Поступайте, как считаете необходимым. Лейла, у тебя такой вид, как будто ты задумалась свергнуть Башкадуни. Башкадуни? Это мне ни к чему. А кого же? Мне надоели эти разговоры про Роксолану, и я хочу сбить ее спесь. Как именно? От тебя у меня нет тайн. От тебя и от Зулейки. Пойди и приведи ее в сад. Вот она. Ну, что ты придумала, говори. Может, найдем укромное местечко? Не бойся, никто не услышит. Я хочу сделать Роксолане подарок. Подарок. Подарок? Подарок? Да. Да, но вы должны мне помочь. Я не собираюсь делать никаких подарков. Никаких подарков. Выслушайте до конца. Мне для подарка нужна собака. Собака? Шелудивая. Что ты выдумала? Это вас не касается. Главное, найдите мне собаку. Грязную, шелудивую. Чем грязнее, тем лучше. Я не хочу принимать в этом участие. Я тоже боюсь. Не хочу. Да замолчите вы. Я все предусмотрела. Никто и не догадается, что это сделали мы. Я не хочу. Все будет хорошо. Поверьте мне. Поверьте мне. Дайте залп из носовой пушки. Только не потопите корабль. Еще один зал. Замечательно. Сеньор, я вынужден убрать паруса. Вы предлагаете без боя лишить себя жизни? Поймите меня, мы находимся в зоне штиля. Они, ловя ветер, медленно, но уверенно приближаются. Я предлагаю откупиться. Нам нечем откупиться, мы не везем ни золота, ни рабов. Попробуем ему объяснить. У Хайридина такая команда, что имеем мы хоть два боевых корабля, мы все равно ничего бы не сделали. Ну что ж, попробую все объяснить. Может быть, уговорю. Убрать паруса! Речь в дрейф! Ха-ха-ха.
Ничего хорошего я не ожидаю. Да. Ничего. Я тоже. Ой, Готэня, Готэня. Вели себя осмотрительно. Сто чертей. Возможно, я подарю вам жизнь. Отдавайте все ваше золото и весь ваш груз. Но не вздумайте ничего утаивать. Я этого не люблю. Это может для вас кончиться очень плохо. У нас на борту нет ни золота, ни груза. Ты плохо слышишь, дружок? Я ж предупреждал. Обыщите трюмы, весь корабль. Сами увидите. Вы хотите сказать, что этот пышно одетый итальянец путешествует налегке ради развлечения, не обременяя себя перевозкой ценного груза? Именно так. Или вот эти? Господа, рожи, которые говорят сами за себя, тоже путешествуют ради развлечения. Пусто. Капитан, мы все обыскали. Каюты пустые, золота нету. В трюмах ничего нет, пусто. Пусто. Что это значит? Отвечайте, или я сейчас отправлю корабль и вас вместе с ним ко всем чертям. Хорошо, я скажу. Мы везем мать невесты султана Сулеймана. Вот она. Эта женщина, мать невесты падишаха Сулеймана Великого? А разве вы не слышали, что Сулейман женится на русинке? Слышал, но не мог поверить, что невеста Сулеймана Всемогущего из низшего рода. Вы можете поступать, как вам будет угодно. Мы не в состоянии остановить это бессмысленное кровопролитие, но гнев Сулеймана, который ударит как гром, он даст мне утешение перед смертью. Дело не вместе Сулеймана. Я не хочу огорчать десятого и великого султана Османской империи. Да хранит его Аллах и продолжит его дни. Слава Аллаху! Плывите с миром! Спасибо! Слава Богу! Дай Боже здоровья! Слава Богу! Очень порядочный человек. Слава Богу! Очень порядочный. Я же тебе говорил. Ты мне говорил. Ты меня упрекал. Я тебе... Это да. Очень порядочный человек, слава Богу. Санта Мария Долороса. Санта Мария.